Этим летом планируется реконструкция Скобяного шоссе. Но прежде чем дорожники приступят к работам, свою задачу выполнят специалисты водоканала. Давно изношенные сети водоснабжения и канализации будут заменены. Планы на контроле у депутатов округа. Положить новое асфальтобетонное покрытие не решило бы проблему. Почему? Потому что здесь регулярно ведутся ремонтные работы коммуникаций, которые находятся под самим шоссе. Износ коммуникаций свыше 90%. И поэтому для начала нужно по возможности где-то отремонтировать, а где-то провести полную замену самих коммуникаций. Поэтому все полотно будет скрываться и будут все коммуникации полностью приведены в рабочее состояние. Ремонт сетей планируют на участке, начиная от железной дороги, заканчивая поворотом на Афанасовский поселок. Не исключено, что движение транспорта будет ограничено. Водоканал начнет работу не позднее 20 мая, а завершит к 15 июля. Затем на Скобяное шоссе сразу придут дорожные службы. Новый асфальт положат на участке от железной дороги до остановки на улице Центральная в районе дома 60. По путям объезда на случай полного перекрытия это через Лазу раз, через шестой завод и через вокзал, через дорожный переезд. Все работы на Скобяном шоссе планируют завершить до 15 сентября. Анна Спиридонова, Ирина Белякова, Антон Коврижных. Программа «События».